100 миллионов рублей направят уральским ученым на разработку передовых инновационных проектов. Евгений Кувишев утвердил финансирование Уральского межрегионального научно-образовательного центра на текущий год. Средства будут выделены из регионального бюджета. Поддержке научных исследований и внедрению их результатов в экономику Свердловской области власти региона уделяют особое внимание. Предыдущие два года Евгений Кувишев также направлял специалистам научно-образовательного центра по 100 миллионов рублей. Средства идут на возмещение затрат на внедрение разработок в промышленное производство. Центр «Передовые производственные технологии и материалы» был создан в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Его цель – объединять научно-производственные площадки для реализации проектов мирового уровня, а также подготавливать высококвалифицированных специалистов и инженеров.